В общем, всем привет. Мені сьогодні позвонив Сергій Калінін. Ми з ним зустрічались. І він попросив мене, значить, справити борщ, який приготував Саша Ковальчук. Тому шалочки. Алочка зараз на зйомках в Києві. Я мчу в Кременчук, щоб справити цей борщ. Що він там наварив і як його справляти, чесно, я не знаю. От обично Серега сам їздив на такі визови. У нього сьогодні зйомки, він зайнятий. Дав мені такий чемодан свій, там сказав, що все є в цьому чемодані, щоб її справити. Ну я не знаю, що там, що Саша наготовив, який борщ. О, на всього полчаса времени з тобою. Водитель, там довго ще до Кременчуга чи ні? Під'їжджаємо. Під'їжджаємо? Так. Так, щоб дивились до кінця цей випуск. Для чого я тіліпаю з Кременчуга? Чуєш? Это. Ты не был у Алочки никогда дома? Ну, то есть Саша должен где-то встречать. Самвел! О, Боже, Саш! Привет! А я вже виглядаю, думаю, приїде, не приїде. Так, скору кулінарну допомогу визивав? Визивав, коротше говоря, трындес, біда приключилась, я не знаю. Вчора Алочки пообіцяв зварити борщ. Ага. І вона всім так розказала, що я должен зварити борщ. Угу. А в мене нічого не виходить. Один борщ вилив, не вийшовся. Другий борщ не то кислий, не то солений, коротше, умліває. І я його, нічого йому зробити не я можу. Я поняв. Недавно Алла звонила, вона в дорозі, вже десь через полчаса повинна приїхати. Давай, мабуть, їхати. Та треба, время. Давай по времени. Ти на машині чи на маршрутці? Машина вже. А, от це, ну поїхали, давай. Ой, стой, ми ж оператора забули. Сідай, що ти стоїш. Теж Гавлович стоїш. Я забувся, а ти бігом, це. Бігом, бо таке. Не вспіваємо. Слушай. Саша, довго ще? Та от уже приїхали. А, от уже? Да. Ух ти. Приїхали. І забор у вас красивий. Я беру. Так. От це, да, Саш? Да. Ух ти, як у вас інтересно. Тут закрито чи? Открыто. Ой, слушай, як у вас красиво. Глянь, скільки цвітов, нічого собі. Так, що, пішли в дом? Ми будемо готувати на літній кухні. Так, де кухня у вас? Зараз відкриваю. Зараз пристегнемо двері. Ого. Сьогодні будемо готувати на вулиці, сьогодні тепло. Ну давай тоді скорей, неси борщ сюди, де він тебе там? Ой, як у вас тут хорошо, глянь. А ну давай, що воно таке? Пожалуйста. Ой, Боже, а чого він такого цвіту в тебе сірого? Витирай. Я ж одну кастрюлю вилив. Так, подожди. Що тут у мене Калінін натикав? Так, ложка є. О, Боже, чув. Ну, от це на тебе тільки і надіжда. Чуєш, Саша, воно таке страшне, не знаю, що робити. Як говориться, діло мастера. А ти що, світлу не клав зовсім, чи що? Я світлу клав, ну, щось вона біла вийшла. Ага, я бачу. От ця світла так виварилась. Ну, я не знаю, щось вона цвіт потеряла. Цвет потерял. А что получилось, он я даже не пойму. Еле-еле, он два кусочка, бачишь? Ой, Саша, хай бог милый. Ой, а что он такой кислючий у тебя, что ты так лав? Варив точно так, как и Алла вари. Я бачив, вона уксус добавляє. Ну, я з бутылки налив. А сколько? Может, граммов 100. Ого, она даже ложечку столовую, максимум. На тебе такая надежда. Я позвоню Калинину, подожди. Раз посла мене, хай отвеча. Алло, Серег, приветик. Сережа, а две минуты, я понимаю, что ты на съемках. Слухай, тут это не борщ, это какой-то суп или что, я не знаю. Тут, короче, она бледного цвета, свеклы вообще не видно. Куда лимон? Оно кислючее. Пару капель в свеклу. А, чтоб цвет, я понял. Все, ладно. Давай, а. Ну так и. Ну что, есть надежда. Знаешь что, давай став быстренько чайник, нам надо кипяток. Мы сольем отсюда сейчас юшки чуть-чуть, понял? А потом кое-что добавим и поменяем. Все, хорошо, я сейчас включаю. Ну такой солянючий, слушай, такой солянючий. Ты еще мясо сколько набухал. Ой, то есть Серега еще, господи, помыл. Вот он лимон поклал. Він сказав, що мені лимон поклав. Подожди, де тут що? Та причандали його. Давай неси свеклу. Нам надо свекла. Самвел, а она не очень крупная, не страшно? Да не страшно, нам средненькую надо, кастрюля же не великая. Я думал, ты величезную кастрюлю тут
Так, свекла есть? Вырвав, да? Да, да. Сейчас я ее помою. Так, давай принеси почищу. Там закипила вода, чи ні? Ой, да, кипит. Сейчас несу. Неси сюда. Что это за тени в него? Что он понакладывает сюда? Ему понять. Наливать? Да, наливай прямо сюда. Я тебе сейчас скажу. Давай, лий, 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 лий. Лий, не бойся. Так, хватит, хватит. Оце хватит. Хватит, да? Ой, что-то оно вообще, глянь, белого цвета. Надо свеклу, да вот этот чисть быстренько свеклу эту и неси сюда. Все, сейчас сделаю. Саш, скоро там почистишь. Сейчас, секунду, я же передник же надо одеть, бо я замажусь, а то Алла мне не даст. Угу. И свеклу счищу. Так, маленький ножичек где-то мой здесь был. Неси терку, бо це що це за терка? А що це за терку дав коліну? Ой, господи, помилуй. Саша, в тебе є томатна паста? Та трошки осталося. Неси сюди. Сюда. Давай, о, отлично. Так, це нам хватить. Це убирай, нам не треба. Так, давай, сюди закидуй свеклу. Бачиш, яка свекла? Вона повинна зберігати свій цвіт. А в тебе вона як капуста вийшла. Що ти з нею робив, я не знаю. Так, смотри, нам от це треба протушити і додати туди пару капель лимонного сока. Это вообще делается, чтобы цвет сохранить. Это даже, знаешь, как вещи стирают, надо уксус добавлять. Ну, только небагато, да? Пару капель, все, больше не надо. Так, теперь чуть-чуть водички с чайника, угу. Буквально 50 грамм, и на печку ставь, понял? Все, давай. А потом в конце добавим вот эту пасту, то, что ты принес. И перемешать? Да, ну, помешай чуть-чуть, да, слегка. Сколько у нас время осталось? Уже буквально на минуты идет. О, боже мой. Саша, чуешь, оставь его, пусть оно 5 минут тушится. Дай мне картошка, есть сыра в тебе? Даю, даю. Сейчас мы кое-что сделаем. Пару картошин осталось. О, нам больше не надо. Саша, чисть быстренько. Мы ее так на 4 части сполоснем прямо под рукомойником. И в борщ. 5 минут проваривается для того, чтобы овощи не переварились остальные, понял? Да. И достанем, и выкинем. Она впитает лишню соль. Так, став на огонь, 5 минут и снимай, поняв? Я її достану оттуда. І глянь до свекли, що там свекла. Умливає. Умливає? Давай неси її сюди, значить. Так, давай. О, то, що треба. Тепер, смотри, ми сюди додаємо томатну пасту для цвіта, щоб він тебе не був як вода. І все от це перемішуємо. А помідори є? Есть. Два помидора, терку и маленький сотейничек. Хорошо, сейчас. Неси. Какой ты молодец, Лен, все быстро. Нам надо натереть, смотри, прямо сюда ставлю. Давай. Натирай, чтобы осталась кожица в руках, понял? На крупную или на мелкую? На крупную, на крупную. На мелкую ты не натрешь. Не бойся, да, оно прям шкурочка останется в руках. Слушай, такие вкусные помидоры. Это домашние у вас, да? Да. Честно говоря, готовить – это не мой конек. Я иногда, бывает, готовлю картошку по-селянски на костре, понял. На большой сковороде. А шашлык сковороде. Делаешь? Шашлык. О. Ну, в таком плане. Аллочка спешила, она спешила на съемки. Ей так хотелось борща. И я, ну, думаю, попытаюсь и вызвался приготовить борщ. Я понял. Так, нам знаешь, что надо? Нам надо, чтобы ты вот это поставив на огонь, подожди. У меня тут есть, где цей чемодан, господи, сахар. Так, терку я убираю. Да, терку убирай. Смотри, вот так вот, можно чайную ложку с горкой или вот неполную столовую. Это для того, чтобы усилить вкус. Это проварить 5 минут. А вот это, значит, тут у меня томатная паста со свеклой, тоже 5 минут. Хорошо. Протушить, она цвет даст, понимаешь, будет красный. Хорошо. Ставь на огонь 5 минут, все, и то, и другое. Чуешь, Саша? Да. Это, а вы с Аллочкой бывало такое, что ссоритесь, допустим? Да мы обычно с Аллой не ссоримся. Не обычно, а мы вообще не ссоримся. Вообще не ссоритесь? Да, ну мы, скажем так, душа в душу. У вас и в дворе хорошо, и в отношениях хорошо, и в семье хорошо. Да, она молодец, конечно. Ты поддерживаешь? Да, да, и поддерживаю. Так что там, давай это самое, мы даю. Забалакались. Даю. Быстренько, так, смотри, вот эту надо. Картошку мы достаем, она в себя взяла соль лишнюю. Вот это мы, значит, выкидываем сюда. Знаешь, какой сейчас цвет будет красивый? Угу. Так, вот это тоже выливаем сюда. Так, теперь еще один фокус. Надо взять на кончики
от чайной ложки немножко. Чуть-чуть соды. Сода для того, чтобы нейтрализовать кислоту. Так. Алло, ты в маршрутке уже? А что ж ты не позвонила? Боже мой. 5 минут? Ну хорошо, хорошо, Аллочка, хорошо. Саша, Алла, о боже, да. Давай бегом, вот это все. Надо все убирать. Мама дорогая, блин. Капец, блин. Став на огонь, хай воно закипить, поняв, Саша? Да. Хай закипить, сразу виключай. Ой, мама дорогая. Блин, все розсипалось, Саша. Ой. Що це за чемодан? Як його закрити, Саша? Так, просто убери його в сторону, да і все. Бистріше, Салочка, нас застука тут. Як його... А, господи, хай Бог милує. Нічого я не забув? Саша, так, быстренько, давай. От це все унось, щоб цього не було. І принеси мені укроп петрушку, якщо тебе є. Хорошо, зараз зробимо. Быстренько. То быстрее, быстрее, Саша. Да, да, да. І неси борщ, я быстренько попробую. Він закипів? Да, якраз тільки закипів. Давай, я попробую, зараз. Господи, оце Калінін мені. Так, Саша, зелень сюда. Досточку убирай. Унось. Ой, глянь, какие красивые. Глянь, какие цветы. Так бы попалось, а ну. Во, пробуй. Ой, по-моему, отличный. Кисло-сладкий, знаешь, так как надо. Такой больше и понравится. Это то, что нужно. Это то, что нужно. И мне не придется целый год мыть посуду. Какую посуду? Алла. Алла, мама дорогая. Саша, куда, куда біг ты? Туда, туда, на чердак. Чемодан. На чердак. Ёлки. Господи, помилуй. А ты что стоишь? Давай бегу домой. Давай сюда, Катя. Ой, боже мой. Давай туда. Иди туда, чаяч. Ты бачишь? Сашуня, я дома. Я здесь. О, привет. Привет. Алла пришла, Алла пришла. Да. А что ты такой, как Франк, наряженный? Ну, а что ты фартук одел? На кухне. На кухне в рубашке? Я ж борщ варив. Ты человек не сказав, что каже, не буду мыть посуду целый год. А не значит, поспорили, чи что? Борщ? Борщ на так кухне. Так кухня не сгорела нафиг, не, а? Не-не-не, зайди посмотри. Ё-моё, а что посуды сколько? Ну а как же, это ж борщ, это ж трудоемкий процесс. Да, ну вкусный борщ сварил. Ой, очень вкусный. Слушай, вкусно. Я так жрать хочу, сейчас очень мою руку, вкусно. Давай. Что там, Саш? А я не так знаю. Тихо, то, что ты робишь? Блин, может, кошка не соседская. Не тихо. Саня, не гони, может, может там... слушай. Ты закрыл чердак? Конечно. Может, там бомж опять? Да, вряд ли. Аллочка, иди, пожалуйста, что тут бомж опять? Слушай, смотри, замок не закрыт, только наброшенный. Санька, стой тут. Вдруг там этот может, бомж опять. Надо. Я хотела его выбросить, сейчас он. Тут чек. Кто там сидит? Самвел, блин, ты что, охренел? Аллочка, привет, дорогая. Ты подлюка ржача. Что ты тут делаешь? Что ты? Ти мене питаєш? Алло, ти що скатилась чи що? Як ти сюди заліз, ти? Та, але я ж в гості приїхав. Як без тебе? Алло, ану, вилазь. Ах ти, гадюка така. Ти приїхав в гості. Що ви тут робили, Самвел? Я ж приїхав в гості, я думав, ти вдома. Ах ти, гадзлась. Короче, що ти робив тут? Та що робив? Просто в гості приїхав, там, ну... Самвел, ти такий життяр. Привет, ти мог би мені сказати, що ти приїдеш, щелки-палки. Я ж боявся, думав, друг ти мене вдома. Я так просто приїздом так вийшло, що заскочив. Я рада. Ну, слышиш, ну, коль борщ вже Сашенька сварив, давай тоді накривати на стол, так? Да? Давай, да. Все, давай тоді. І ти знаєш, що у мене там є така аджичка ядренька. Я люблю борщ, це там. Я обожаю. Зараз подвальчики достанем її, давай, да? Давай, все, давай. Пішли тоді. Давай свою кофту ложи, що ти її носиш, як у ту невесту. Саш, пішли. Іду, іду. Если ваш борщ оказался кислым и пересоленным, слейте часть соленого и кислого бульона с борща. В остальную часть бульона забросьте 2 половинки сырого картофеля и проварите их на протяжении 5 минут на небольшом огне. Чтобы нейтрализовать кислоту, бросьте в борщ пищевую соду на кончике ножа. Томаты протушите вместе с чайной ложкой сахара. Это придаст борщу насыщенный вкус и поможет избавиться от лишней соли и кислоты. Отдельно натрите свеклу, сбрызните ее лимонным соком и протушите 10-15 минут. Вытащите шумовкой из борща половинки картофеля и части свеклы. Добавьте борщ проваренное томатное пюре с сахаром и протушенную с лимонным соком свеклу. Проварите все вместе в борще еще пару минут. Так, Самвельчик, там справа Саша ставил, там должно ага. быть... Ага, да, вот это Алла, не?
Оце? А ну, дай посмотрю. Да, да, это она. Вылазь, дорогуша. Ты видишь, ну вот это с этим ремонтом все связано. И у нас просто в подвале вода, поэтому мы его засыпали. Не, прикольно, у вас ремонт, да? Не кафель. Ну что ж, дело, надо ремонтировать. Да, Санька пока накрывает на стол. Если готовил, пусть и накрывает. Смотри, я тебе хочу показать. Вот, может, ты смотрел, может, нет. У нас учили, как клубнику посадить. Как высаживать. Смотри, вот сейчас еще буквально недельку, потом я возьму там чашку, занесу его в дом. И, по идее, у меня на Новый год будет клубника. Да. Ну, бачишь, смотри, какие усы попускала. Видишь, смотри. Так это ты все занесешь прям в дом? Да, прям с вот этой штукой? Да, смотри, вот эта розочка, видишь? Ну, она такая будет плестись. Это тоже учили, как выращивать из маленького такого череночка под бутылочку. Все, это тоже я так сделала. Мало, вот да? Видишь, я бутылку не открываю, потому что я посадила вот летом, а сейчас в зиму не открывай. Ага. А в зиму я не могу открывать, потому что вот сейчас тепло, а завтра уже начнет, могут даже морозы быть. Ага. Поэтому я закрою и уже аж весной сегодня открою. Теплый день такой, это сегодня тепло. Видишь, листики такие? А вот это что такое огромное? Это синие баклажаны, уже видишь, они уже они до мороза могут быть. Круглые, они намного лучше, там нету семечек внутри. Как мясо, я их, да, люблю, прям? Да, они как мясо, действительно. Аллочка, Самвел, у меня все готово, прошу к столу. Повар зовет нас кушать. Базилик? Да, это синий базилик и зеленый. Супер. Ну, он, ты знаешь, я его вырываю, потому что он так размножается. Или вы не проголодались? Ой, что-то холодать начинает. Так, давай. Так, присаживайтесь, ребята. Супер, ух, ты тут наготовил. Боже, слушай, сало. Спасибо, Сашунь. Я обожаю борщ, честно говоря. Борщик, сальце, аджичка, лучок, цибулька. Чеснок, помидоры. 50 граммов. То, что нужно. За встречу. Ну, давай, будем пробовать борщ. Вкусно? Это мой борщ, Саня. Ну, ты молодец, знаешь? Наверное, все-таки мне придется застукать рукава. Ну, я теперь хоть посуду не буду. А что у вас за способ, я не понял. Я говорю, если ты сваришь борщ по вкусу, как у меня, значит, все. Я буду мыть посуду, не буду тебя заставлять. Ну, кастрюли, сковородки. Если же он не получится... Видишь, а он получился, видишь? Засыпал усы в кастрюлю и хай умливает. Да? И так получилось у тебя? Конечно. Бачите, как мы приготовились с тобой, я тебе сказал. А ты каким там образом был на кухне? Ты сказал, что ты приехал и залез на чердак. Ты что, готовил борщ? Что? Не, а ну давайте признавайтесь. Ну, я приехал, он готовил борщ. Ну, и что? И ничего, я чуть-чуть там это самое... Внес коррективы свои. Чуть-чуть, помогал. Он уже все приготовил почти. Значит, все. Я зелень порезал. Меня обманули. Саша, посуду будешь мыть ты весь год. По-честному. Потому что ты готовил не сам. А теперь я хочу... Алла, я только зелень порезал. Алла, по-честному будет не год, а хотя бы полгода. Если по-честному, то, Саша, ты бы готовил 3 года ту посуду мою, понимаешь, если бы я... Алла, ты бачила цей борщ, хай Бог милує. Да? Честное слово, я уже терпів не могу. Ну что там было, помои? Я 100 грамм выпив, до свидания. Помои, да? Основное, то, что я варил, основное есть. Идея. Ну, основа – это основное. Я скажу так, молодец, да, борщ научил готовить. Угу. Ну, теперь надо же научить и посуду мыть.